На раз. Руки вверх. Два. Наклон. Три. Присед. Четыре. Исходное положение. Исходное положение принять. Упражнение начинай. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Стой. Следующее упражнение нашего комплекса – это приседания. Приседания у нас будут не классические, а с добавлением и отведением ноги, ног вправо-влево. Исходное положение – основная стойка, руки на поясе. На раз – присед. Два – исходное положение. Три – присед, правую ногу в сторону. Четыре – исходное положение. То же самое упражнение и с левой ногой. Исходное положение принять. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение – вращение ног в коленном суставе вовнутрь и наружу. Исходное положение – широкая стойка ног, руки на коленях. Вращение делаем колено вовнутрь на 4 счета. Раз, два, три, четыре и наружу. Раз, два, три, четыре. Ставим ноги вместе и делаем синхронное круговое движение. Раз, два, три, четыре. И раз. В другую сторону. Два, три, четыре. Закончили. Это упражнение можно повторить 5-6 раз. Следующее упражнение у нас сгибание, разгибание рук или лежа. Ну, то же самое отжимание. Что нам нужно сделать? Сейчас я вам все покажу, объясню. Итак, упор лежа.